Он произносит слово «мама» лишь наполовину. У 3-летнего Анара Бахшалиева поврежден головной мозг. ДЦП – детский церебральный паралич, сковывает ручки и ножки. Оттого и развивается малыш гораздо медленнее ровесников. Мама и папа плотно занимаются реабилитацией Анара. Но чтобы мальчик сделал настоящий прорыв, необходимо лечение в Китае. А это колоссальные финансовые траты. Под аккомпанемент маракасов учиться куда веселее. Анар и его мама Ольга, кажется, и минуты впустую не хотят терять. Такие занятия должны быть регулярными, иначе результатов не добиться. Он болезненно переживает все эти занятия. Ему больно, у него мышцы все натянуты, все спазмированы. И, конечно, когда мы их тянем, ему это все дискомфорт причиняет. Но в играх, в игрушках мы даже иногда смеемся. Анарчик родился в срок, но что-то пошло не так, разводили руками врачи. У мальчика погибли некоторые клетки мозга. Он не научился переворачиваться сам, и родители забили тревогу. Диагнозы – поражение центральной нервной системы и ДЦП – отбросили назад в развитии. Первый курс воитотерапии в Новозыбково Брянской области окрылил маму. Для меня было все равно это колоссально, потому что он начал интересоваться игрушками. Год почти его не интересовали игрушки. Он начал увлекаться, начал тянуться немного. Ну, да, не хватать, но тянуться рукой – это было уже очень для нас большое событие. С тех пор реабилитируют Анара постоянно. ЛФК, логопеды, дельфины и, конечно, любимый бассейн. А часы идут, 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 идут. Такой интенсив не прошел даром. Ольга наконец-то услышала от Анара заветное слово. Правда, только наполовину – «ма». Да, конечно, и нам хотелось, и мечты были, что и футбол отдадим, и вообще очень всего хочется. Нет, зависти к другим нету, если как бы на эту тему. Да, ребенок у нас особенный, но каждый его малейший шаг, мамы многие не понимают, когда сказали мама, ой, да сказали, и хорошо. Когда у меня этот слог «ма», это просто событие, действительно событие, это результат нашей работы. Но хочется большего. В китайской провинции, городе Юньчен, есть клиника, в которой занимаются проблемами мозга и ДЦП. Там готовы взять Анара на 3-месячное лечение. Восточная медицина поставила на ноги уже ни одного такого пациента. Только стоит это почти миллион с дорогой и питанием. Пока Бахшалиевым удалось накопить лишь четверть суммы. Раз, два, три, четыре. Без вашей помощи Анару не обойтись. Позвоните в редакцию 703520 или зайдите на сайт seiminfo.ru и поддержите малыша любой суммой. Юлия Комкина, Андрей Зарубин, телеканал «Сейм».